Идем на секретное место, да? Да, там... секретный объект. Секретный объект. Ага. Тань, точно туда пришли? Ты можешь рассказать, что это секретный вход на полигон. Это самый пологий, все остальные более крутые. Да нормально здесь спуск. Но это официально как подготовка к 14-му. Можно так рассматривать? Можно. О, а нас уже здесь ждут, да? Здравствуйте, товарищи! Собственно, вот мы на нашей полигоне, на котором происходит... испытания всей техники, построенные в клубе «Крылатые траки». Кто захочет, кто первый, тот и сидит. Ну, сюда все желающие, в принципе, могут. Мы приглашали всех, но кроме нас уже второй раз никто не желает. Будут вопросы, почему без башни? Экспериментальные башни пока не ставят. Ходовые испытания. Юра, а можешь ответить на вопрос, почему КВ-2 быстро едет? Потому что в комментариях к видео постоянно спрашивают, что КВ-2 так быстро не ездил. Вот почему в гонках на выживание КВ-2 едет быстро? Ну, потому что танк подготовлен в первую очередь к гонкам. Вот. Скорость всегда можно уменьшить для показательных выступлений. Для копийности? Для копийности. По внешнему виду копийность достигнута прототипу, полная историчность. По скорости... В данном случае для гонок чем больше, тем лучше. Но не теряя управляемость. То есть в двух словах, здесь не преследуется цель копийности. Здесь наоборот важна скорость. Поэтому здесь только соответствие внешнее танка КВ-2, а скорость как бы, ну она не копийная. Да. Все, спасибо большое. Все, да? Танк выбыл? Да, уже все, кранты, да. То есть немногие могут здесь пройти всю трассу, получается. И все, да? Да. Ну, все, попадает все. Ну, то есть восстановишь, поедет сейчас? Да, да, да. Вот это вот линия. Оно было зеленое, как новое, да? Сейчас вот линия. Понятно. А, вообще сломало. Да. Что-то упало? Нет, это запчасть. Грязь. Хватит это запчастями то, кидаться тут. Над чем художники долго мучаются, когда красят танки. Всего лишь один выезд в снегири. Все, и... натурально. В общем, доверили я к Пантеру. Попробуем проехать. Ну, а кто еще едет? Так же управлять, да? Ну, это вперед, газ, здесь вправо-влево. А, вот это вправо-влево, да? Да?
Слушай, я боюсь, там что-то набилось, я не газую. Что произошло? Пониже чуть-чуть. А, камень, да? То есть, ну, у тебя металлические. Соответственно. Ну, все, застряло и клин. Назад? То есть это не ковровое покрытие, здесь вот так вот. Вот и все. Грубо говоря, и вылетел из гонки. На соревнованиях так не сделаешь. На соревнованиях трогать нельзя, да? Нельзя, все, до свидания. Кстати, вот я чью-то запчасть нашел. Ага. Ну давай я ему верну. В соревновании вот это место не будет входить. Никто не знает, что. А, будете это решать. Высок. Русло после реки, дождя, да? Да? А после русла вообще красиво. А можно я попробую чуть-чуть вот? Вот тут русло реки. Тоже сложный участок. Такое ощущение, как будто аккумулятор сел. Может, кстати, вполне будет? Возможно. Вот, ну... Я ничего не сломал. Нет. То есть это просто сел аккумулятор. Нет, это машина такая. Ну, получается, что аккумулятор может не хватить. Да. Но я... он на время расходуется. И он просто медленная машина. Не знаю, как у него реально. Но он уже, да, кругленький. Полтора там или что-то такое. А тот 2,2 КВ, то есть он одну проехал полностью, и вот еще вторую сейчас проедет. А вообще на скольких банках? На двух. На двух. А, то есть зипи можно 4 поставить, 4. Ну, можно и 5, но у нас 4 самое большое сейчас. Смотри, а если по сухому песку, то, допустим, после такой гонки? Ну, по-хорошему промыться надо. Придется промывать, да? Угу. Ацетон кидал редуктора, все, масло, песок, все смывалось, перебирал, собирал все. Вот, и как новенькие. Нашли каток. Спасибо. Торжественно возвращаю. Впечатление куча. Вот. Что хотел сказать. При всей легкости и вот кажущейся легкости трассы пройти сложно. То есть вроде бы рулится все просто, а на самом деле...